Արի երեկո եթերում Բոհեմն է։ Եթե հիշում եք, ուղիղ 1 տարի առաջ օգոստոսի առաջին շաբաթ օրը Հայաստանի ազգային հեռուստատեսությունը եւ Կայմ հեռուստաընկերությունը եթեր հերարձակեցին Բոհեմի Անդրանիկ թողարկումը։ Եվ մեր առաջին հյուրն էր ճանաչված եւ սիրված եկչուհի Արաքս Դավթյանը, որի հետ հետաքրքիր եւ ուրախ զրույցով այդ հաղորդումը կանաչ ճանապարհ հանդիսացավ կարծես մեր հետագա հաղորդումներին։ Что вы снимаете? Я хочу понять все-таки. Значит, стоишь, да? Эта камера вот так прямо в тебе. Ужас какой-то. Говорит, ты, говорит, не обращай внимания. Как не обращать внимания, если она уже вот так к тебе, эта камера? Եվ քանի որ մեկ տարի հետո Արաքսը նորից գտնվում է Երևանում, մենք որոշեցինք նորից հաղորդում անցկացնել ձեզ հետ, տեսնել թե ինչ է կատարվել մեկ տարի ձեզ հետ, ինչ ստեղծագործական հետաքրքիր իդեաներ եք իրականացնել եւ ում հետ եք հանդես եկել։ Ну, этот год, конечно, был тоже насыщенный. Во-первых, в этом году мои две ученицы, одна ереванская, другая московская, стали лауреатами конкурсов. Ереванская стала лауреатом первой премии республиканского конкурса, а московская ученица стала лауреатом международного конкурса в городе Верчели, на котором я сама получила первую премию. Вот. Но дальнейшие планы были такие, что я выступала с Николаем Петровым, оркестром Вивальди, с Башметом. Вот. Потом сейчас уже намечается продолжение фильма Рустама Хандамова. В общем, планы... Эрик Курмангалиев. Да, вместе с Курмангалиевым. Продолжение фильма, потому что вы все прекрасно знаете, что сейчас финансовая сторона очень тяжелая, и поэтому, когда появляются деньги, тогда и продолжаются съемки. Шадвари, а раз дук мектари Еревану мейк, еп Еревану чейк, еп амен депкум хете веле кастер ераштакан, кянкин инч каро ве кастер, лайс мектар ван тат кум инч ордера кам попохутюн меркан, кам боре ве попохутюнка. Ну, знаете, конечно, я должна сказать, что какие-то изменения есть. Конечно, хотелось бы, чтобы это было более бурно и более интересно. Хотя есть изменения, и... Ну, Допилава? Ну, в принципе, в хорошую сторону, да. Потому что вот сейчас я знаю, что очень большую силу набирает оркестр Арама Карабекяна. Вот, и это очень-очень похвально и очень приятно, потому что все-таки камерный оркестр – это как бы продолжение симфонического оркестра. И слава богу, что у нас уже появился вот такой оркестр. Айс Мектар Ван Тацкун, Дук Ереванум, Вореве Хамектовецик? Вы знаете, нет. Нет. Ремон Веядарнанг Мир Нахкин Хаугортман Нахорт. Анжаманакер Бартасвет Айтарца Бур Ереванум Хамер Миров Хандеш Чек Галес Дулка Асенг Барсех Туманяна Герам Григоряна Мир Шат Ушат Лав Еркишнере Инчу Мен Паджарнере. Вы знаете, дело в том, что я не знаю, как Герам относится к этому, как Барсех относится, но я отношусь к тому, что оплата должна быть обязательна. Потому что, во-первых, мы не вчерашние дети, и, конечно, мы хотим, чтобы наш труд оплачивался. Но, к сожалению, пока все наши высокопоставленные люди этого не понимают. Ну и вот, к сожалению, пока вот такая история, если найдутся какие-то спонсоры, чтобы организовать мой концерт, конечно, естественно, я дам концерт, и может быть, даже не один. Иск мот хранагарум ка, вореве цанкутюн асенкелют менал хай хандисатеси арчев? Ну, подумывают. Есть Рубен Аветисян, директор Сабиратур Тревела, который просто мечтает сделать мой концерт, но тоже все упирается в деньги. Если ему удастся найти деньги, то я думаю, что он это сделает, и это будет в сентябре. Արաքս, այս վերջին տարին մի փոքր սկանդալային պատմություններ եղան նաև մեր օպերային, օպերայի և բալետի թատրոնի շուրջ, և քանի որ մենք խոսում ենք վոկալիստ երկուզեի մի փոքր մեկնաբանություններ կային, ձեզ ինչպիսին է օպերային վիճակը? Вы меня провоцируете одним словом. Вы знаете, дело в том, что, конечно, оперный театр – это больное место нашей республики.
Это мое мнение. И я об этом говорю не первый раз. И недавно я была на концерте солистов оперного театра. Я должна сказать, что есть потрясающие голоса, очень хорошие силы. Но, понимаете, дело в том, что недавно я смотрела постановку «Ануш». Вы знаете, я не знаю, потому что, может, кто-то со мной не согласится, а может, кто-то согласится. Мне кажется, что подобные действия внутри церкви и вокруг церкви не могут происходить. Потом у артистов очень много движений. То есть очень много движений. В общем, я не могу сказать, что мне нравится. И, конечно, хотелось бы, чтобы пришел сильный человек, профессиональный человек в музыкальном смысле, дирижер, который смог бы это все поставить на рельсы, и потому что все-таки армянский театр имел очень хорошую репутацию. Сегодня, к сожалению, этого нет. И если кто-то что-то говорит, а вот там мы вот так выступали, так, я, понимаете, это все, нас там не было, мы этого не можем сказать. Смотря, ну, знаете, смотря где, смотря в каком театре. Это ж не Метрополитен, это ж не Гранд-Опера, это не Ковен-Гарден. Это обычные маленькие театры, которые, может быть, и этому рады. Но мы же, в конце концов, талантливая нация, которая должна проявлять себя на более высоком уровне. Это мое мнение. И в итоге, наверное, мы должны давать азги, асанг шат еркишнер, айсур, гетнумен артасахману, майо, еркумен тарбер бартер макардаги опера интатроннерум. Вы знаете, я отношусь к этому положительно. Почему? Потому что человек хочет, человек имеет одну жизнь, раз. Во-вторых, он хочет сделать себе карьеру. И, знаете, сидеть гнить здесь у нас, это тоже не дело. И каждый человек все-таки хочет заработать. Потому что я думаю, что ни один человек не может прийти в магазин и сказать: дайте мне бесплатно хлеб. Правда? И поэтому люди, естественно, уезжают, находят место, где можно и заработать, и показать себя. У нас я пока этого не вижу. Ինչ է կարծում, ցանկության դեպքում, ասենք պետական հովանավորության դեպքում, հնարավոր է Երևանի երաժշտական կյանքը այնպես աշխուժացնել, որ նա դառնա, չասեմ միջազգային կենտրոն, բայց գոնե երաժշտական կյանքով շատ հարուստ մի քաղաք ավանդույթներ ունեցող, ինչպես նախկին Երևանը. Да, я это понимаю, но дело в том, что вы знаете, я знаю, что на это нужны очень большие деньги, и сегодня экономика в жутком состоянии. Просто нет экономики. А без экономики ничего невозможно поднять.
И в первую очередь надо поднять экономику хотя бы на какую-то, вот, на какую-то ступень для того, чтобы заняться вот, нашей культурной жизнью. Искать антесина вате на Евросоюзану, мы это не песмечкинажем, мы сакайн хищенку разинг. Москва юм Санкт-Петербургом я вальхошер кавакнеру, мы это фиерштакан, я вочь меня фиерштакан, мы шаку тайнки анкешат, аж хуже разинг, а это мы цару мы не видим лавагун дирижернери, искайсор мы лавагун дирижернери, мы кохандуриана гражарвеле оркестром оркестра гекаварелут. Ինչի մասն է դա խոսում, ամեն դեպքում այնտեղ շարունակվում է և օպերայում և մյուս ոլորտներում. Дело в том, что, понимаете, в Москве все-таки богатых людей, богатые люди, они в какой-то степени, понимаете, на этом теряют, но они спонсируют и театры, и концерты. При этом они не задумываются над тем, что они что-то могут с этого выгодить. У нас же, по-моему, пока наши богатые люди, чисто в интеллектуальном уровне, по-моему, они пока не дошли до этого уровня. И мне кажется, что они просто не в состоянии чисто интеллектуально понять то, что искусство, культура – это в первую очередь для человека. Ну, вот столько. Շատ է խոսում նաև մշակույթի նախարարության մասին, որ նախարարությունը կարող էր ասենք այս կամ այն կերպ դասավորել և ավելի աշխուժացնել, մշակութային կյանքը Հայաստանում ասենք, ինչ կարող եք ասել? Ну, к сожалению, нет, к сожалению, в нашем министерстве почему-то собрались люди, которые принимают не классическое искусство, а принимают искусство, по-армянски хорошо, да, рабис, вот это искусство принимают, которое рассчитано на самые, знаете, низкие слои населения, и которое практически не поднимает духовный уровень человека. Духовный уровень человека поднимает классическая музыка. Но я пока вот, сколько времени наш новый министр, он в конце концов мог же обратиться хотя бы, ну и ко мне, может быть, с тем, что можно изменить, как, что можно сделать. Я пока ничего этого не слышала, ничего не видела. Я только вижу амбиции и только вижу плохой вкус. Больше ничего. Մենք նոր խոսեցինք ռաբիսի ոչ միայն երաժշտության մեջ, այլ ընդհանրապես ռաբիսի ասենք այս համընդհանուր նվաճումը մեր մշակույթի մեջ ինչ-որ մեծ մի շերտ գրավել է, սակայն այդ ոգեղենը, որ մեր ազգին երևի թե դարեդար պահել է, այդ մասին կուզեի խոսենք, այսօր ինչքանով է դա կարևորում և ինչպես պետք է լինի, որ շատերը հասկանում են, ասենք հենց խոսում ենք ազգային մշակույթից, այդ տրեխի, այդ չգիտեմ ինչ, այն հինը է կատարումների և այլն, չէ, որ պետք է դա նոր որակական աստիճանի բարձրացնել, որպեսզի կարողանա մրցունակներ նաև համաշխարհային շուկայում, այո։ Вы понимаете, настоящее армянское народное искусство, почему мы не можем вспомнить в те времена, в советские времена, когда ансамбль танца Вануша Ханамирянова разъезжал по всему миру, и это приносило только честь нашей республике, правда? Поэтому чистое народное искусство – это необходимо и это нужно. Такие певцы, как Офеля Амбарцунян, Гованес Бадалян, это тоже честь нашей республики была. Вот это искусство, это приемлемо, и естественно, что это должно быть. В таком виде это должно быть. Но когда это превращается в балаган, извините, это уже никуда не годится. Искать Мектарван Тацкум Ереван здесь похвы? И Партак на Песев Мартикаса? Вы знаете, он меняется, Ереван меняется, но мне не нравится. Потому что я вижу, что все здания практически испорчены, какие-то ненормальные пристройки. И все это, конечно, меняет облик Еревана, потому что ценился Ереван именно своим розовым туфом, этим прекрасным камнем. А сегодня он прикрывается, он закрывается. Вместо того, чтобы его очистить, сделать хорошую облицовку, у нас почему-то делают эти гранитовые облицовки, которые, извините, мне напоминают просто склеп. Иск Мартик. Люди, я думаю, что им тяжелее стало жить. Потому что если год тому назад, два года тому назад, я помню, что рынок был полный, на рынке было много народу, сейчас его меньше, конечно. Потому что практически у людей нет денег на руках. И все идет тяжелее и тяжелее.
Իսկ ասենք շփելով տարբեր նախկին ԽՍՀՄ տարածքի հանրապետություններում լինելով եւ տեսնելով մեր Հայաստանի իշխանավորներին, ինչ զուգահեռներ կարող եք անցկացնել, ինչպիսի քաղաքականություն է վարում մշակութային այնտեղ եւ ինչպիսին այդտեղ։ Понимаете, вот сейчас я вам должна сказать одну вещь, которая просто сразу определит, по какую сторону стоят наши и где-то в другом месте. В этом году было мое 50-летие. Что говорю, мне ушатсмов. Возраст никогда не скроешь, но дело в том, что никто даже не удосужился хотя бы поднять трубку, позвонить и меня поздравить. Не считая еще то, что я являюсь первым лауреатом первой премии среди вокалистов, первой премии. Об этом тоже никто ничего не помнит, понимаете? И поэтому я даже не знаю, что говорить. Что я могу сказать о наших? И я знаю, что, ну, у меня ближайший друг, об этом мы тоже говорили, Алибек Дынишев, где просто, вы знаете, для Назарбаева это просто честь, когда Алибек Дынишев приходит к нему в кабинет. Поэтому я просто, Назарбаев знает все свои силы и уважает их, и старается как-то держать и при себе, и давать возможность что-то делать. Тому же Алику Дынишеву дали музыкальную школу, из которой он сделал музыкальную академию вокалистов. Ну, вот такие, ну, как, с чем я могу сравнивать? С чем я могу сравнивать, если человека, который представляет республику везде и всюду, даже не то, что забыли, даже не знали. То есть, значит, в этом Министерстве культуры, в этом при президенте в Совете, значит, никого нету, который может работать на эту именно тему. Потому что я думаю, что должен быть какой-то инструктор или, я не знаю, советник, что, который должен знать. Понятно, что президент этим не должен заниматься, но есть определенные люди, которые должны этим заниматься. Правда, должны составить какой-то список. Это везде, во всем мире принято. Но здесь, извините, только мы и свои горы, больше ничего. Нахкина майт шадрючина кар? Да, конечно. Конечно, потому что все концерты, которые организовывались тогда, я даже не помню, я помню, что я из Москвы прилетела на один день, потому что сказали, что без нее это невозможно. То есть она должна быть. Не то, что невозможно, должна быть. И естественно, что тогда и такие люди были, сейчас этого нету.
սեպտեմբերի 7-ին ձեզ հրավիրել էին Ֆրանսիա, այնտեղ երկրաշարժի կապակցությամբ. Да, в честь, ну не в честь, какая честь, десятилетие землетрясения, и парижская сторона, там наше посольство, Министерство культуры Франции, все организовало концерт. И из Еревана я одна была участница. Вот, ну что вы, они даже не знают, что существует Аракс Давтян. Я уже это говорю второй раз. Да. Դուք շփվում եք աշխարհի շատ ճանաչված երաժիշտների հետ, վոկալիստների հետ, ընդհանրապես մեր երաժշտական աշխարհի մարդիկ Հայաստանի, ասենք, ինչ-որ բանով տարբերվում են դրսի մարդկանցից։ Вы знаете, տարբերվում են, у нас все-таки мало информации, у нас более люди, и вот артисты, я вот опять хочу вернуться к тому концерту солистов нашего оперного театра, закомплексованные люди. Этим мы, конечно, отличаемся. То есть, если вы видите на сцене уже более-менее раскрепощенного человека, артиста, значит, он побывал на Западе. Это, конечно, присутствует. Իսկ ինչով է այդ արտահայտում, ասենք, կատարման մեջ, թե պահվածքի մեջ։ Вы знаете, во всём облике. Իսկ այսինքն արտասահմանյան աստղերը, որոնք կան, ասում են, շատ կմահաճ են նրանք, բավականին այսպես սկանդալային նատուրաներ են։ Ну, конечно, есть такие, безусловно, есть такие. И должна сказать, что, знаете, вот, не знаю, если вы видели присутствие Монсеррат Кабале на концерте «Паваротти» в Москве, вы знаете, это была сама непосредственность, без всяких капризов, без амбиций. И я хочу сказать, что обычно капризы бывают не у самых-самых, а так, более или менее. И почему-то это все исполняется, я даже не понимаю, почему. И мои ученицы в Москве, они присутствовали на репетиции Пласидо Доминго. Они говорят, Аракси, ты не представляешь, более скромного человека мы не видели. Вот. Иду к Махачек. Вы знаете, иногда может быть, потому что приходишь в зал и нет, то есть вот совсем того обычного, что должно быть, бутылка воды. То есть это уже, конечно, не годится. И, естественно, начинаешь ругаться, и все это скандальное, капризное. Но это должно быть. Там, по сюрахагере, бишь, хитакиркирен, емиш, хитакир, патмутинерен, линум, ниск, зварчали, завештакам, патмутинерен, я пись, мимбанкару, векишель, церстахтагортакам, могут. Я только могу сказать, что я везде и всюду опаздываю. Только это даже вот 30 декабря, много лет тому назад, в Большом театре был спектакль, не спектакль, а Верди Реквием. Я буквально влетела за 2 минуты до начала концерта. Все всполошились, где это Давтян. Ну, слава богу, в общем, конечно, это нервотрепка. Но таких смешных историй нет, у меня не бывало. Не говори, я дома вообще ничего не делаю. Аракташка, на основе тану же аманак сирюнум. Матрицам из балла. Есть чем сирюм, да. Чем сирюм? Есть сирюм, был матку в линии, бать вот есть матрим, чем сирюм. Искулат, это парень. Քուրիկսան, դա ես եմ եմ եկ մեկանում, ստիպված։ Ես մինչև ձեզ մոտ ինչի ուշացա, ջուր էի հավաքում, քուրիկը ստանը չեր, ստիպված ջուր պտի հավաքին, բա ինչ անում։ Ես ստանը եփել, ճաշ եփել, ինչ-որ հյուրասիրել։ Շատ քիչ, և ընդհանրապես չեմ սիրում, որ առանց զանգի կարող ենք հանդ։ Ես եթե որ դալիս եմ, ինչ-որ արագ, ինչ-որ բան պատրաստում եք։ Չէ։ Եվրոպական տարբերակով։ Ես չէ, ոչ մեկին չեմ սպասում, մեկ էլ զրռ գալիս են, չհասկացա։
բոլորը գիտեմ, որ դուք շատ ընկերասեր եք, ունեք շատ մեծ շրջապատ, շատ սիրված եք ընկերներ, եւ դուք էլ սիրված եք նրանց կողմից, իսկ ով կարող է լինել ձեր ընկեր, ինչպիսի մարդ? Первую очередь порядочный человек. Добрый человек. Знаете, и доброжелательный. Потому что здесь, конечно, есть люди, которые... Я просто не хочу их называть. Но я не понимаю, завидовать. А чему завидовать? Вот чему завидовать? Завидовать тому, что у меня есть концерт, а у тебя нет концерта? Это же глупо, правда? И я думаю, что никто, тот даже, кто завидует, от того, что он позавидовал, он что, отберет то, что у меня есть? Конечно, нет. Вы знаете, у меня было одно время. Одно время было у меня, потому что это еще при советской власти, и у меня никак не получалось вот выехать, показать себя на Западе и все такое. И однажды я получила приглашение, Госконцерт позвонил, когда Довтян, едешь в такую-то страну. Я говорю, хорошо, я готовлюсь. Уже приходит время, надо документы сдавать. Я смотрю, что никто мне не звонит, ничего не говорят. И думаю, что надо проверить. И я в это время нахожусь в Москве, прихожу в тот же госконцерт и говорю, в чем дело? Ну, говорит, вот импресарио передумал и взял другую певицу. Оказывается, ничего подобного. Просто это другая певица оказалась более, так сказать, настырной и более, может быть, ну, знающей, что надо делать. И так меня, в общем, как бы сняли с этой поездки. И я иду по улице злая, такая возбужденная, и встречаю одного моего друга. И он говорит, что с тобой? Я говорю, вот так. Он говорит, ну и что? Ну вот ты взрослый человек. И ты будешь думать, что сейчас кому какую-то гадость делать. Зачем? Тебе же хуже станет. И вы знаете, как будто бы что-то во мне перевернулось. И вот после этого я... То есть если я что-то могу сказать про другого исполнителя отрицательно, то не потому, что я завидую, а потому, что я вижу, что это действительно отрицательно. Вы знаете, нет. Нет, меня трудно обидеть. Нет, я просто терпеливая. Я терпеливая в этом смысле. Я могу долго терпеть. Но потом, если я обижаюсь на очень долгое время. Նախորդ հանդիպմանում մենք պարզեցինք, որ դուք եւ շատ սիրելի Սվետլանա Նավասարդյանը բարեկամներ եք, իսկ անձնական հանդիպումներ ունենում եք այդ հյուրախաղերի քաղաքից քաղաք տեղափոխվելու ընթացքում? Почти нет. Я вам даже скажу такую интересную историю, что со Светой мы встречаемся иногда, редко, на улице в Ереване, а однажды даже встретились в переходе, в московском переходе. То есть это было, конечно, смешно, потому что в Ереване мы так часто не встречаемся, и вдруг в московском переходе две сестры встречаются. Առաջնայց արվեստի աշխարհում ընդունված չէ հարցնել հետագա պլանների մասին ստեղծագործական, սակայն կուզեի 1-2 բառով. Хорошо. Конечно, Арутюн, я, как и все, суеверный человек, но о каких-то планах я могу сказать. То, что у меня намечается очень интересная работа с композитором и моим ближайшим другом Вагаршаком Закаряном, которого я жду. Вот он сейчас приезжает 6 августа. Я надеюсь, что эта работа у нас должна получиться. Потом дальнейшее вот приглашение оркестра Вивальди в Москву и приглашение на продолжение вот этих съемок фильма «Вокальные параллели» с Эриком Курмангалиевым. И сейчас мы готовим программу с Эриком Курмангалиевым, которую собираемся показать в первую очередь в Москве. Если найдутся здесь спонсоры, то я просто прошу, чтобы, так сказать, они отозвались, я думаю, через вас как-нибудь, чтобы сделать этот концерт, потому что это очень интересный будет концерт. Не потому что я должна там участвовать, а потому что должен участвовать Эрик Курмангалиев. Это, я бы сказала, что золотой голос, потому что альтина в наше время, естественная, настоящая альтина, это большая редкость.
И вот мы собираемся с ним сделать концерт, и на самом деле, если окажутся спонсоры, которые захотят помочь нам, то я привезу его обязательно в Ереван. Դուք ասացիք, որ առաջարկներ եղել են արտասահմանում, արտասահման գնալու, մնալու, ապրելու, այո, իսկ ինչու չեք գնացել, մնացել? Тоже затрудняюсь сказать, потому что, знаете, семья, родные, дом, все это как-то останавливает. И, наверное, все-таки каждый человек как-то решает по-своему свою проблему. Вот, видимо, я отношусь к тем, которые более домоседы. Вы знаете, наверное, да. Наверное, да. Хотя, может быть, это... Нет, я думаю, что это не игра. Нет, нет. Это чувство есть, безусловно. Есть, хотя ругаюсь часто, но ничего. Может быть, земля тоже вот какое-то все-таки имеет отношение к тому, что как-то заставляет тебя, вот твои корни как бы заставляют тебя оставаться вот на этой земле. Может быть, это, конечно, это очень глубокое чувство и состояние, может быть, но когда читаешь историю Армении и познаешь Армению, какая была Армения, конечно, очень-очень обидно за то, что потеряно так много. Очень много потеряно. И как-то хочется сохранить то, что вот есть. Но для этого нужны большие усилия. Для этого, конечно, нужен потенциал, который у нас есть, и который, я считаю, что наши высокопоставленные чины, люди должны об этом задуматься. Потому что только благодаря вот этому потенциалу можно сохранить страну.